Мы сейчас с другим человеком общаемся. Ну, я извините, пожалуйста. Я больше не присаживайтесь, хорошо. Отдыхайте, да. Гай Саркисович. Представьтесь, пожалуйста. Да, я Павленко Нина Федоровна. Приехала с города Мелитополя. Я пропила 80 дней бионормалин, пропила чай Арарат и принимала свечи. Дело в том, что у меня заболевание суставов. У меня болят коленки, у меня болят тазобедренные суставы, болит плечо левое. Колену на левом колене я уже делала операцию. У меня там уже по замене сустава, уже сустав заменили. Теперь у меня сильно болит с той же стороны, сильно болит тазобедренный сустав. Тоже как бы стерся, рентген показал. Ну, я на операцию всегда я успею. Вот. Я приехала сюда с какой-то надеждой, может быть, мне помогут, вот болит тазобедренный сильно. Просто ходить не могу, ночами спать не могу, и болит сильно плечо. Вот приехала с надеждой еще взять лекарства, и все-таки надеюсь, что с Божьей помощью, может быть, мне Гай Саркисович поможет. Вот, потому что вдруг я не попаду так пообщаться. Вот, мы специально приехали из-за этого, чтобы вот рассказать о своих проблемах.